стороны запланировали до конца текущего года возвести специальный участок газового провода длиной в 2 километра, что проходить будет по дну реки Дунай. Болгаро-румынский газовый провод, что соединит в результате специальной газотранспортной системы Румынии и Болгарии, направлен будет в использование к концу этого года. Об этом передают специальной пресс-службе акционерного общества под названием «Булгартрансгаз», отмечают масс-медиа. Для окончания возведения болгаро-румынского газового провода акционерное общество уже сейчас четко оглашает тендер для строительства участка газопровода по самому дну речки Дунай. Еще общая длина достигает размеров 2,1 километра. Тендер был оглашен по четкому согласованию с партнером Румынии, компанией «Трансгаз», поведали в специальном газовом ведомстве Болгарии. Строительство болгаро-румынского завода, общая протяженность коего достигает 25 километров, началась в позапрошлом году. Окончание процесса возведения запланировано было на позапрошлый год, но работы по строительству в связи с явными проблемами с прокладками газовой трубы по самому дну реки Дунай. Общая цена румыно-болгарского газового провода – 24 миллиона евро. Третья часть денежных средств – около 8 миллионов – предоставлена Еврокомиссией. Общая проектная мощность реверсного газового провода составить должна 1,5 миллиарда кубических метров каждый год. Стоит также напомнить, что чуть раньше Болгария намерена, что не позже, чем в 2017 году, она сможет получить отличную возможность соединить личную газотранспортную систему с точно такой же сербской системой, отмечают в пресс-службе брокера Nordefix.